Дисклеймер. Привет, Эдрит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить LEGO Star Wars Война клонов. Давай, у нас вторая миссия. Ну, естественно, свободная игра. Сюжет нам не нужен. Персонаж какой брать? Ну, давай возьмем Джанго Фетта. Конечно. Самолет. Я не знаю, какой здесь хороший, какой нет, потому что пока нам этого не рассказали. Давай, пока этот возьмем и все. Вот смотри, обрати внимание, сколько дали самолетов и сколько дали персонажей. Персонажи дали просто огромную кучу. Наверное, половину из них можно просто выкинуть. Но нет, надо побольше нам, конечно, и запихнуть. Ах, ладно, давай. А, точно, у меня же есть неуязвимость, помнишь? Теперь мы можем спокойно собирать абсолютно все монетки, сколько угодно летать тут. И ничего нам не будет за это. Подожди ты. Давай так. Стоп, я там, по-моему, случайно взорвал, да-да-да. Но там пару монеток, серебряные и золотые, это прям не сказать, ну, не сказать, что потери прям большие, правильно? Да, учитывая, что у меня X8, конечно, но это все равно фигня. Хотя мы уже 217 тысяч собрали, это уже, я думаю, неплохо. Есть нормальный самолет. О, вот это нормально. Потому что у того стрельба, ну, слишком медленная, согласись. Так, у нас зеленые стрелочки есть. Это то, что... Зеленые стрелки означают, что цель очень близко. Ага. Значит, нам надо ломать. Хорошо, допустим, пускай будет. Еще одна зеленая стрелочка вижу. Сейчас давай до нее долетим, а потом будем все остальное там собирать. Сначала нам нужны зеленые стрелки. Ну, блин, оно уже автоматически сюда начало стрелять. Давай соберем монету, потому что, ну, смотри, мы уже больше миллиона собрали. 1,5 ляма. Прикинь, вот эти вот миллионы мы просто пропустили бы. Где этот самолет? Он реально уже напрягает. Вот, наконец-то. Стоять. Хорошо. Ну, а то сколько можно летать, правильно? И вон, я вижу, еще один золотой появился. Фу, зеленый. Угу. Еще одна зеленая стрелка. Сейчас мы до нее долетим. Сначала давай вот с этими разберемся. Так, ладно, давай соберем эти монеты. 2,5 миллиона. Это, наверное... Я уже забыл, но под какой-то из миссий мы мне писали еще при сюжете, что фармили монетки. Я так понимаю, под этой миссией. Хотя, честно говоря, я не знаю, что тут фармить. Смотри, ну, X8, допустим, есть, да? И 2,5 миллиона уже есть, а мы даже не половину прошли. И тут практически еще ничего не прошло. Понятно, это опять сломать нельзя. А где зеленая стрелка? Она куда-то исчезла. Блин, это будет очень обидно, если враги тоже могут ломать друг друга. Получается, мне нужна будет просто зеленая стрелочка. Они ее быстрее будут уничтожать. Мне тоже не надо как бы. Так, я вижу вон пушка. Угу. Так. Да прекрати ты. Ага. Собираем. 2,5 миллиона. Так, хорошо. Больше у нас ничего здесь нигде. А нет, подожди, зеленый только что где-то был. И опять исчез. Понятно. Просто играет с нами. Ага, вон. Вот куда? Где? А, вон он внизу, на нижнем ярусе. Ладно. Тогда давай вниз тогда и спустимся. А где это? Во, нашел тебя. Сейчас давай вниз спустимся. Тем более нам нужны эти розовые шарики, согласись. Без них мы тут никуда не пройдем. Я случайно выстрелил, в кого-то попал все-таки. Да, блин. Не хотел я это взрывать, но ладно, раз уж так получилось. Давай вот это сломаем тоже. Собираются монетки. Нет, они почему-то назад кинули, давай. Хорошо, собрали. С этой стороны еще что-то. Так, подожди, да. Ой, вот монетки. Блин, я видел, там зеленая цель была рядом, но мы ее и так попали. О, еще одна. Слушай, вообще, как удобно. Но это же все равно, правильно, зеленая цель это тоже бочонок белый, так что мы его тоже будем сбивать. Давай. Куда ты летаешь? Так, как всех упасть? Отлично, 4 из 5. Так, а как не тут темной силой воспользоваться? Никак. Так, ага. То есть мы темную силу можем просто не использовать, а с самолета вот так вот бестолковую уничтожить, но это тоже смешно. Блин, я и там случайно уничтожил. Случайно. Ты понимаешь? Я уже отключил выстрелы, но они настолько мощные, что уже уничтожили пушку, даже когда я уже прекратил стрелять. Ага. Так, хорошо. И вот эти соберем. О, нет, нельзя пропускать. Угу. Да. Но одна монетка, но я ее... Ладно, фиг себе.
Ну, пускай понравится, или правильно. Тем более 8000 монеток, это не столько нам сильно надо, правильно? Учитывая, что у нас уже 4.5 миллиона. О, зеленый еще где-то. Но такое ощущение, что оно где-то вверху, да? Да, она прямо наверху. Туда мы еще поднимемся, это волноваться вообще не стоит. Давай вот эту вот сломаем. Так, раз и два. Хорошо, тоже монетки собираем. Я не понимаю, в какие моменты я собираю прям, ну, миллионы. Ну что, смотри, ну так-то мы тысяч по 10-20 получаем, правильно? А какие-то моменты получаются, бац, и у нас уже 4, 2, 3, 4 миллиона. А в какие моменты? Смотри, 4.8 все еще. А когда мы успеваем? Ладно, давай просто спустимся. Куда их? А, вот, все, нашел. Сейчас давай еще и здесь тоже. И монетки, пособираем и все остальные. Стрелочки давай, ага. Не забывай, что у нас есть неуязвимость, поэтому можем спокойно, не торопясь. А раз, пошли дальше. Здорово, да? Только подождите сначала. Да, вот вижу белая стрелочка. А, вот, нам как раз таки нужна тут темная сила, потому что при сюжете мы не могли использовать темную силу. Где он тут? Смотри, тут даже рыба может активировать, то есть нам не обязательно этот робот. Но в целом тогда он становится полностью бесполезным, правильно? Если даже охотник может выполнять его работу, во-первых. А во-вторых, он еще и не прыгает высоко. Тут именно Джаба Хат, или как его там, вот. Джаджа Бинкс, даже почти. Джаджа Бинкс может высоко прыгать. Точнее, он тут прыгает выше всех. Хотя во второй части именно те роботы, по-моему, чуть-чуть выше прыгали. Куда нам еще идти стоит? А, вон, вижу. Да, тут нам нужен стреляющий персонаж. Давай, тянем. Ага, все, понял. Так, хорошо, собрали. Ну все, я думаю, можно лететь. Тут, по-моему, больше нам нечего собирать. Монетки, конечно, можно напрячься, но кому они нужны, правильно? А, да, ой. Так, мне за что-то дали еще один бочонок. Так, смотри, нужно взять. Раз. Где-то здесь еще. Или нет? Или это вверх надо лететь? Подожди, ну не может же быть всего одна цель внизу, правильно? Да, вон она, еще одна. Есть. Но все равно этого маловато. Давай так. Заберем последний. И пойдем наверх. Угу. Зеленую цель мы еще потом найдем как-нибудь. Где же может быть вот это вот, который... Ага, отлично. Да полетели, конечно. Угу. Причем шарики мне нравятся, что здесь они на любое расстояние оттянут. То есть ты видел, мы еще когда не взлетели сюда, уже можно было стрелять. Ну, уже видно была цель, и самонаводка тоже сработала. Но выстрелить мы не могли, потому что надо было сначала полететь. Ты не можешь, находясь в той рогатке, стрелять оттуда. Розовыми шариками. Обычными выстрелами можешь, но розовыми шариками нет, не можешь. Ладно, полетели назад. Давай так. Хорошо. И собираем монетки так, и вот так. Ой-ой-ой-ой, тут тоже есть. Ага. Тут тоже сломали. Хорошо, и собираем тут тоже. А далее... О, это случайно, видимо, сломал, да? Тут еще одна антенна была. Да-да, нет. Но это попал, конечно, но не по антенне. Так, хорошо. Я надеюсь, здесь... Да, мы здесь тоже можем розовые шарики активировать, чтобы не потом не летать постоянно вниз. Потому что, ну, согласись, это, ну, неудобно, просто неудобно. Вылетать отсюда, лететь вниз, собирать шарики, потом опять лететь вверх, это все активировать. Кто нам... Ага, вот он. Ага, вот, нужен золотой, где он у нас? Да, подождите, не стрелять, вот. Так, низ, слева, право, вверх. Вот это, по-моему, самое сложное... Комбинация какая тут может быть. Типа остальные по кругу, по часовой, против часовой, низ, вверх, лево, право, это тоже можно запомнить. А вот это вот, конечно, посложнее уже будет, чем остальное. Да, ну ты вообще неудачно встал. Давай вот так вот. Ты обратил внимание, а тут отсылочка. Понял, какая? Понял. Да. Дарт Вейдер на дне. Так, давай, ладно. Вернемся, где у нас там? Где я? Ага, нашел. Так, давай отсюда. Хорошо, допрыгнули. Потом с той стороны что-то тоже должно быть.
Монетки, ну давай, ладно. Поведемся на эту ловушку. Давай, так, 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 и нас что-то схватит, да? А, нет, все просто, рычаг. Так, ну все, розовые шарики мы тоже активируем. О, подожди. А, ну зеленая стрелка, это я понял. Так, да, розовые шарики готовы. Хорошо. Кнопочки, давай тоже кнопки тоже активируем. Так, это сломаем на всякий случай. Потому что мне кажется, какая-то машина должна быть, которую мы можем это активировать. Но здесь ее нет. Ну, я думал, просто собрать надо, понимаешь? Сами можем. Нет, может, каким-то персонажем тяжелый? Не, тяжелого персонажа у нас тоже нет. Ладно, о, там можно веревку. А, вот на чем мы можем, да, проехаться. Ну, погнали. Так, раз. А, не сразу отключаются, подожди. Это еще и прыгает на нем. Бесит просто. Так, не допустим. А тут надо в определенном порядке или что делать? А, да? Ты понял, как это сработало? То есть мы все кнопки не активировали. Мы активировали всего две. Ну, три. На одной постояли и ушли на третью. Ладно, ладно, ладно. Я не вникаю. Давай, делаем так. Делаем так. Все, или есть еще где-то? Ну вот, розовая стрелка где-то вот здесь рисуется. А, ну это за пределами, ладно. У нас вот белая стрелка с этой стороны есть. Давай вот сюда вот слетаем, посмотрим, что будет. Угу. Ага, вижу, вот туда стрельник надо, да? Подожди, не понял. Спасибо. Подожди, а чем надо туда стрелять, чтобы взорвать? Ну ты видел, там серебряные блоки, значит, по идее, взрывчаткой надо. Но у нас нет ее. На корабле. Взорвалась. То есть вот это вот. А, ты понял. Это не только самонаправляющиеся ракеты. Это в первую очередь ракеты. То есть мы можем... Мы можем сбивать в любой момент. Слушай, здорово, здорово. Теперь мы запомнили, да, на летающей тарелке у нас ракетница стоит. Ну и здорово. Значит, другие корабли пока что не будем на всякий случай покупать, чтобы, во-первых, нам не давали 1000 этих кораблей, а во-вторых, чтобы не запутались. Какой корабль, что может? Это вкупим, я думаю, в конце для коллекции просто. Отлично, еще один. И вот две белые стрелки. Я даже знаю, как мы их можем получить. Давай сначала вернемся за розовым шариком. Уже... О, мне фиолетовую монету где-то дали, я даже не заметил, где. Смотри, у нас уже почти 6 миллионов, правильно? А мне, по-моему, на сюжете писали, я не помню, говорил это или нет. По-моему, говорил. Короче, на сюжете говорили, что тут фармят. А зачем фармить? Смотри, я спокойно просто прошел сюжет, и пока проходил сюжет, взял иксы. А с этими иксами даже, смотри, не собирая где-то монеты, ничего. Просто по пути ломаю, что надо, и все. И уже, смотри, сколько накопил. 6 лямов. Но я уверен, что и до 8 лямов дойдем. Так, где тут стрелки? Ты же помнишь, мы тут не за прохождением игры и не за сюжетом. Фу. Ну да. Нам надо главное монет. Так, вот здесь, видишь, что-то есть. А как нам сюда что-то получить? Хм. Так, монеты тоже соберем. Лишним не будет. Нам надо где-то здесь что-то сломать. Наверное. Или что-то активировать, или что-то такое, я не знаю. Но там бочонок нам нужен, явно. Оп, подожди. Давай, так тоже. А-а-а, пропустил чуть-чуть. Ну ладно. В целом, видишь, мы даже неплохую такую часть монет просто пропускаем. И все равно собираем неплохое такое число. Угу. Давай соберем так. И также соберем так. С этой стороны. Ну, силовое поле, естественно. Как же еще? Давай так. Интересно, как последнюю белый бочонок активировать, понимаешь? Просто здесь хотя бы видно. Если нужно приземлиться, значит приземлимся, что-то сделаем. А тут оно просто в воздухе, и оно не видно его. Оно невидимое просто. Соответственно, каким образом мы можем активировать, я просто не знаю. Ну и как нам здесь получить это? Хм, странно. Ладно, давай попробуем спуститься. И может здесь нам... Какую-нибудь подсказку дадут. Все. Мы же такую же, помнишь, бочку запускали.
И пока мы сюжет не прошли, а мы ж не пройдем сюжет, правильно? Пока что случайно, по крайней мере. Нам бочку надо еще активировать. Давай так. Так, не понял, а как? Может, темная сила нужна? Так, подожди, а как нам тут надо? А, тут, по-моему, серебряная, да? Да, серебряная, просто даже не увидел его. А, даже так? Ну, это, признаюсь, этого даже я не ожидал. Ладно, ставим. Так, давай сначала... Я не знаю, сначала стоит слетать за этой бочкой, сломать ее и забрать бочонок? Ну, потому что мы же все равно не выиграем, пока розовыми шарами, по-моему, там где-то в основании что-то не сломаем, правильно? Соответственно, мы можем спокойно сейчас активировать розовые шары, потому что это, ну, ничего нам не даст, правильно? А, или, по-моему, они уже были активированы. Там просто силовое поле. Ну, я думаю, не стоит важно. Мусор опять, мусор, мусор. Это у нас было. Это у нас уже было. Помнишь, на корабле? Вопрос только с первого или бочонка это будет. Не с первого. Ладно, давай второй. На корабле в целом у нас на базе тоже активировалось это все с двух бочонков. Кстати, возможно, это и есть наша база. Хотя, сомневаюсь, вот эти вот прожекторы у нас не были. Нет, все-таки надо три. Ладно, давай третий поставим, ладно. Будет прикол, если тут где-то еще четвертый бочонок есть, и нам надо будет его где-то бегать. И оно окажется где-то за стеной. А нет, смотри, нормально. Решили не доводить меня до истерики. Ладно, 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 допустим, допустим, допустим. Не будем активировать этот... эти розовые шары, они нам нафиг не нужны, правильно? Мы просто соберем последний бочонок и все. Где он там? А, вот он. Ну все, 10 из 10. Возвращение на базу, сохранить и выйти. Изично. 6 лямов за одну миссию, это просто бомба. Это кто нам дает? А, вот этот вот, да-да-да, индус-предатель, я помню. Золотой блок, да давай-давай-давай. Продолжить. Знаешь, мы ж теперь что-нибудь интересное можем купить. А еще лучше... Не, с прицелами мы бегали, да? Над джабой тоже, там какие-то фиговые красные кирпичики, если я даже не захотел их покупать. Нам 8 лямов надо, правильно, чтобы следующий икс купить? Или это... Да, я думаю, 8 лямов надо, чтобы следующий икс купить. Но в целом пока больше ничего не надо. Давай побегаем лучше персонажей, покупаем, правильно? Да убери, я ж не вижу тут ничего. Убери, убери. Ага. Потому что нам еще потом бегать, искать их надо будет. Зачем нам это, правильно? Тем более, когда с такое количество монет, если мы четко половину уже собрали. Даже чуть больше половины. Давай пробежимся, посмотрим, что у нас есть. Это нам не надо. Это тоже есть у нас. Блин, сдалека бы как-то обозначали персонажей, знаешь? Типа черного-черного цвета, типа персонаж еще не разблокирован. Но нет, нет. Нам надо в упор к каждому подходить, чтобы проверить, есть у нас этот персонаж или нет. Так, не, смотри, издалека все-таки обозначается вот так вот. Еле-еле видно круг. Или вот так, кстати, это... Вот это вот, кстати, молодцы, вот это правильно обозначают. Пусть слабо видно, но... Во-первых, это не портит картинки, типа не подсвечивается хрен знает где. Чтоб через стены аж было видно. А надо хотя бы, ну, чуть-чуть приблизиться к ним, и тогда будет все видно. Это прям молодцы, это прям спасибо, слушай. Хоть иногда они делают мне говно. Так, это у нас есть? Чё ты вообще сюда пришла? Иди на кухню. Не, в смысле, она же бегает у джабы, правильно? Чё она пришла в другую локацию? А, только 19 минут прошло, я даже не заметил. Я уже думал, ну, прошло минут 40. Мы так, получается, быстро прошли миссию. Еще 7 лямов собрали. Ой, ну тогда я понимаю, почему здесь именно фармили. Так, она опять здесь. Слушай, куда не пойду, везде она. Так, персонажи, персонажи. Есть ли тут еще какие-нибудь новые? Нет, 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 нет. Странно у меня помощник, не знаю. Чувачок бегает со мной. Дурачок, явно. Не все дома. Потому что он бегает и по всем стреляет, и сам же получает за это. Так, тебя, по-моему, у меня... Ну да, и как тут... И как мне его тут купить? Ага. Тут, по-моему... Кубик этот ходил, нет? С ножкой. А, он у меня уже куплен. Все. Он мне не нужен. Да это не надо, мы и так сможем поднять.
Пока бы найти, что поднимать. Тут мост где-то был. Я полагаю, что вот здесь, вот где монетки. Правильно. Поднимаем. А, еще и синий. Неплохо. Вот считай, мы и вернули все те деньги, которые потратили. Хотя 8 плюс 8, 16, 32 тысячи. Вряд ли бы, по-моему, намного больше. Если один персонаж у нас там точно какой-то стоил 20 тысяч, 1-8 тысяч, то сколько мы купили, учитывая это, не. Мы точно не окупились еще. Вот здесь вот, что нам давали? Так, давай-ка тебя возьму. И возьмем кого-нибудь взрывающего. Охотника за головами, давай вот его. Я помню, что я это уже активировал, но я точно не помню, что тут давали. По-моему, тут... 20 тысяч, что ли? Фу, их 10, по-моему. Ты что, издеваешься, что ли? О, наконец-то. Да, X8 за 20 лямов. Не, ну, получается, да, примерно за 8 лямов должно быть X6. Или за 10. Более логично, ну, как-то за 10, да? А, там персонажа у нас точно не было. Там мы уже посмотрели, там даже что-то был какой-то... Красный кирпичик, но его тоже пока не будем покупать. Я хочу пока что купить только иксы, и все, и мне здесь более чем достаточно этого. Другие уже красные бочонки, фу, кирпичики я тоже куплю. Это не переживай дальше, мы на все 100% пройдем эту игру. Просто я именно сейчас не хочу покупать, потому что это придется сидеть, вычитывать, какие нужны нам, какие не нужны экстра, потому что некоторые просто мешают. Угу, хорошо. Да ты что, издеваешься? Так. В следующий раз, наверное, можно будет пробежаться на корабле республиканцев, да. И вон там покупать персонажей. Но все равно, я думаю, пока у нас далеко не все разблокированы, это лучше делать в самом конце. Так, это не то. Так, у тебя, я помню, что я не купил гриву. 250 тысяч. Нифига себе, деловая колбаса какая. Так, здесь у нас тоже не открывается. Уберите, я не вижу. Ага. Так, тебя рыбу мы взяли. Ага. Она шла в подарок в пиво. Давай. Здесь тоже ничего. Нет, тут тоже все нормально. Мы уже купили все. Возвращаемся. Угу. Тут, видимо, мы тоже кирпичик купили, потому что сверху есть темная сила. Но самого кирпичика нет. Стрелочки белой. Либо я просто не обратил внимания, потому что вот здесь где-то сбоку была. Так, у Джавы, я помню, кирпичик тоже купим в конце. Точно уже не помню, что там было, но, видимо, ничего нужного. Есть кто? Во, они все... Ой, слушай, прям сразу троих можно отлично давать. Так. И где-то еще один, я не вижу. Нет, подожди. Подожди. Ага, вижу. Во-во-во. Сразу троих. Есть еще где-то, не? Ничего не видно. Ну, вроде нет, все. А, мы можем же еще сюда спуститься. И здесь тоже может быть. Только вспомнить бы еще, правильно, где. А, нет, ну тут маленький, слушай. Ну здесь уже ничего нет, да? Да, здесь никто не... Звук лифта был, как будто кто-то приехал, ладно. Но в целом мы уже пробежались везде, да? И всех персонажей, которые пока что есть на корабле сепаратистов, мы уже купили, правильно? Правильно. Значит, сад. Кстати, может, новый кто-то вышел. Да, новый вышел. Да подожди ты. То есть мы можем так ходить туда-сюда, чтобы пока новый не... Но это долго будет, слушай. Это очень долго. Будем собирать так. О, слушай, мы не то что половина, мы уже 4 шестые почти собрали, да? Или даже есть 4 шестые. Да, сейчас я, конечно, не включу. Хотя почему? Подожди, могу включить, могу. Давай вот так вот возьмем. 4 шестые, возможно, уже есть. Раз... Два, три, да, уже 4. О, слушай, осталось совсем немножко. О, вот эта хрень, я помню, она там летала, но сейчас ее там нет. А потом, кто у нас? Вот эту я вообще хрен знает, где я найду вообще. Прикинь, вот такую вот штучку по всей галактике искать. Это какой-то хрен, не знаю. Так, это скорее всего... О, у нас же в баночках есть персонажи, правильно? Но, блин, в баночках у нас персонажи на нашем корабле. Хотя, давай сейчас летаем, правильно? Время есть, чё? Что мы теряем? Да ничего мы не теряем. Просто побежали, все. Ну, выйдет выпуск чуть-чуть дольше. Ты хотя бы посмотришь, какие там персонажи, потому что кого-то прям интересовало, как я буду покупать персонажей. Не знаю, почему-то прям удивился человек.
Не, я понимаю, я, конечно, жадный. Это да, с этим не поспоришь, я жадный. Но не в игре, когда ты валюту просто так фармишь. Так, здесь не туда. Кстати, тебя купил? Да, тебя купил. Назад. Так, и где тут? Ага. Да, летающую тарелку. А, вот тут можно корабли покупать. Нет, корабли мы в конце купим уже. Угу. Пока у нас парочку есть, и это более чем достаточно. Вот здесь бы мне кто-нибудь сказал, как вот этот вот золотой кирпичик как бы собрать. Этот фиг знает как бы, понимаешь? Это меня напрягает. Да он и в силовом поле, он золотой какой-то, и фиг его знает. Тут можно ускоряться, это здорово, но знаешь, я почему-то разницы между ускоренным полетом и обычным не вижу. Ой, я, видишь, там гвоздик вот это вот. И гвоздик, по-моему, там тоже миссия какая-то идет. Блин, сейчас по мне я стрелять буду, да-да-да, персонаж... А, у меня же неуязвимость. Так, ну на всякий случай давай сменим. Да-да-да, то видишь, дурачки тут агрессивные бегают. Ну, давай сразу такого и возьмем. Никого купить нельзя будет, да? Да, жаль. Вон, слушай, блин, штурмовиков, я надеюсь, больше... Клонов. Надеюсь, больше нам не дадут покупать, потому что... Ну, заколебали, ну сколько можно? У нас и таких очень много. Оранжевых. Оранжевого я хуже всех помню, наверное, он у нас реже всех попадался. Возможно, мы его просто купили и все. В миссиях его нам не давали. Так, нам надо найти подвал с бутылочками. По-моему, это где-то в левой стороне было. Тут, бегая персонажа, мы еще понакупаем. Я думаю, зря я так рано начал их. По-моему, мы этого покупали, нет? А, это второй, вон. Прям над ним же есть беленький такой же. А че я хотел? Ой, слушай, по-моему, такой девчонки у нас нет, правильно? Подожди, по-моему, у тебя у нас нет. Либо это давали нам на сюжете, я помню. Просто в сюжете. Не, видимо, в сюжете нам ее дали. Ладно, пошли назад. Вот такой вот чувак какой-то в голубой рубашке, в черных рукавах, вообще беспонтовый. Да блин! Появился. Подожди. Новенький. Подожди. Чтобы потом тебя не ходить, не искать. Давай вот так. Ага. А, спецназ. Да, нам... да. Вспомнил. Ага. Хорошо. Слушай, довольно-таки быстро, я думаю, мы всех персонажей тут купим. Их тут не так уж и много, слушай, как кажется. Учитывая... Ну и разнообразие, можно сказать, что очень маленькое, потому что тут много одинаковых персонажей. При этом у них меняется только цвет и все. У некоторых буквально, как он тот инопланетянин. А у некоторых типа штурмовиков просто линия. На шлеме меняется и все. Смотри, мы даже 500 тысяч не потратили, хотя мы уже сколько пробегали. Сколько персонажей купили. На. Вот персонажи. За сколько нам тут купили? А, блин, все-таки придется покупать, да? Я думал, типа, просто освободить, я такой... Бесплатно. Не бесплатно. Даже в игре надо платить. Тварь, мы тебя освободили, он еще стреляет, мудак вонючий. Это пока нечего освободить ждать, да? Ладно, давай у тебя. Да давай. Освободить. Нет, мне еще нравится, что тут прям дают выбор, освобождать или нет. Ну, типа, что, я выберу... Нет? Давай так... Не, я, знаешь, просто пришел посмотреть на человека в банке. Люблю такой, фетиш у меня такой. Люди в банках. Обожаю шпроты. Так, здесь ничего. Тоже, да? Ну да, в целом, мы пока очень мало чего собрали. О, а это кто? Твою мать, как я тебя ненавижу. Тебя я прям куплю, чтобы убить. Иди сюда. А что, мы его купить не можем? Смотри, какой прошаренный чувак, а. Во, можно. Все, отец тебе жопу, понял? Все, мудак, ненавижу тебя. Угу. Ну, что получается? Ладно, на этом все. Все ссылки в описании, пиши любой канал, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайся на канал, чтобы не упустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.